Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал «Отвертка». Как убрать рекламу с сайтов в интернете? Многим из вас наверняка надоела назойливая, порой даже неприятная и жутко мешающая реклама на сайтах в интернете. Я лично нормально отношусь к качественным площадкам и с красивыми баннерами и рекламными блоками Google AdSense или Яндекс.Директ. Но вот различные поп-андеры и назойливые видео в углу экрана порядком поднадоели. Сейчас я расскажу, как можно от них избавиться. Итак, для того, чтобы убрать рекламу с сайтов в интернете, нам потребуется замечательное расширение Adblock, доступное для всех популярных браузеров. Благодаря нему можно либо полностью, либо выборочно блокировать рекламу, оставляя лишь неназойливую. Поэтому я призываю не убирать всю рекламу, поскольку авторы блогов также хотят зарабатывать. Итак, поехали. Рассмотрим вопрос, как убрать рекламу в Google Chrome. Для начала на главной странице нужно нажать на иконку настроек в правом верхнем углу. Затем откройте настройки. В открывшемся окне выберите расширение. Если у вас уже установлены какие-то расширения, нужно нажать еще расширение. Если таковые отсутствуют, то вам предложат посмотреть галерею. Итак, в поисковой строке вбейте Adblock и нажмите Enter. В итоге поисковая выдача покажет несколько вариантов. Вы можете выбрать любой. Хотя я советую поставить Adblock Plus. Сейчас он уже не находится в стадии бета-тестирования, и он явно выигрывает у Adblock в своей функциональности. В ходе установки выйдет сообщение «Подтверждение нового расширения». Нажмите «Добавить». В конце появится окно, сообщающее об успешной установке Adblock Plus. А теперь давайте рассмотрим такой вопрос. Как убрать рекламу с сайтов в браузере Opera? Для того, чтобы убрать рекламу сайтов в браузере Opera, нужно зайти в расширение, а дальше в управление расширениями. После этого нажмите «Установить». В поисковой строке вбейте Adblock и нажмите клавишу Enter. В результате поиска вам будут предложены подходящие варианты для Opera. Я советую установить Opera Adblock. После этого нажмите «Добавить в Opera», а потом «Установить». Дождитесь конца процесса установки, в итоге вы получите уведомление «Opera Adblock установлен». Итак, поехали дальше. Рассмотрим следующий вопрос. Как убрать рекламу в интернете в браузере Mozilla Firefox? Для Mozilla Firefox также доступен блокировщик рекламы Adblock. Итак, чтобы его установить, нужно зайти в настройки, открыть дополнение и в поиске ввести Adblock. Итак, после того, как нажали поиск Adblock, советую выбрать из выпадающего меню именно Adblock Plus. Это лучшее решение для того, чтобы убрать рекламу в Mozilla. Итак, нажмите «Установить», а после установки «Перезапустить сейчас». Ну и сделаем маленький вывод. В общем, рекламу можно удалить в любом браузере при помощи расширения Adblock. Еще раз повторяю, убирать надоедливую, мешающую рекламу я бы посоветовал на некачественных сайтах. А к хорошим, проверенным площадкам я бы блокировку не применял. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал «Отвертка».